Сколько у вас дел в работе? 38. Что они с тобой делали? Служба опеки. Меня зовут Эмили. Лили. Я могу помочь тебе. Они меня ненавидят. Они что-то делают в подвале. Эта девочка слышала, как родители говорили, что отправят ее в ад. Мне страшно. Полиция! Ей необходимо спокойствие, забота и поддержка. И я думаю, что смогу ей это дать. Ты живешь одна? Одна. С тобой. Она постепенно раскрывается, но 10-летняя травма не лечится за 6 недель. Лили, что с тобой? Я их слышу. Я была у них дома. На двери, в спальне ее родителей огромные запоры. Вокруг нее умирают люди. И не от ее рук. Они просто умирают. Скажи мне, что происходит? Он был убит прошлой ночью. Это больше похоже на бойню. Тебе страшно? Само собой. Дело номер 39. Скоро на экранах.